Всем привет! В этом небольшом видео я расскажу о своем игровом компьютере и используемых комплектующих. Этот обзор я начну с блока питания компании Nermax Revolution 87+. Мощность блока питания составляет 1000 Вт, он имеет международный сертификат 80+ Gold и на него распространяется 5-летняя гарантия. Nermax Revolution 87+ полностью совместим с видеокартами последнего поколения, в том числе благодаря комбинированным 8-контактным разъемам PCI-Express, а также поддерживает объединение видеокарт по технологиям SLI и Crossfire. Встроенный в блок питания вентилятор с патентованной технологией магнитного подшипника Twister Bearing помогает добиться эффективного и бесшумного охлаждения на длительный срок службы. Применяемая технология HeatGuard позволяет вентилятору блока питания от Nermax работать еще 30-60 секунд после выключения, чтобы вывести оставшееся тепло из системы и тем самым продлить срок службы системных компонентов. Далее рассмотрим процессорный кулер Nermax ETS-T40 Black Twister. Этот кулер поддерживает отвод 200 и более ватт тепловой мощности и имеет удобную систему установки для всех процессоров Intel и AMD. Кулер Nermax ETS-T40 башенного типа с 12-сантиметровым вентилятором и 4 6-мм трубками. Данная модель имеет особое теплопроводное покрытие для эффективного рассеивания тепла и высокоэффективного охлаждения. Вместе с Nermax ETS-T40 Black Twister поставляется фирменный 12-сантиметровый вентилятор TB Epolish. Тепловые трубки кулера прилегают прямо к процессору, что позволяет быстро и эффективно рассеивать тепло, выделяемое процессором без лишнего сопротивления. К слову, термическое сопротивление у данной модели кулера от Nermax очень низкое и составляет 85 тысячных градусов Цельсия на ватт. Фирменные лопасти Focus Blade со светоотражающими полосками дают красивые дугообразные лучи света. Насыщенный и яркий цвет достигается благодаря патентованному светодиодному LED-кольцу, поэтому LED-вентиляторы от Nermax светятся гораздо ярче, чем обычные вентиляторы со светоизлучающими диодами. Вентилятор TB Epolish очень тихий благодаря патентованной технологии подшипников Twister. С помощью так называемого клик-механизма крыльчатка вентилятора может выниматься для чистки и вставляться обратно. Материнская плата MSI-Z87GD65 Gaming специально разработана для геймеров. Эта плата демонстрирует одни из лучших функциональных возможностей и показателей производительности в своем классе. В качестве внутренних накопителей используются надежные жесткие диски компании Western Digital. В комплекте поставки кулера Nermax ETS-T40 Black Twister имеются все необходимые крепления для процессоров всех поддерживаемых сокетов, а также прилагается тюбик с фирменной термопастой от Nermax для оптимальной передачи тепла между процессором и радиатором. В поставке прилагается вторая вентиляторная скобка для установки дополнительного 12-сантиметрового вентилятора, который мы и установим. Модуль оперативной памяти Corsair Vengeance также отлично подходит для геймерских компьютеров. А две видеокарты MSI GTX 770 Gaming обеспечат отличную производительность в играх. На этом наш обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!